ну проказники. Я в порядке, Игорь. Спасибо за вопрос. Ребята. Кто? Я? Давайте жить дружно. И такой хороший день для подруги. Не беспокойся об этом, Игорь. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошо, я так думала. Хорошее приключение пойдет им на пользу, у них будет время обо всем подумать. Это не проблема. А я хоть отдохну немного. Это не проблема, Гай. О, есть одна отличная идея, что если отправить этих машин куда-нибудь подальше? Нет проблем. Ребята, давайте жить дружно. Я не уверен, что понимаю.